Меня зовут Вадим Склярти, в Инстаграме кто на меня подписан и знает, кто в Зуме, возможно, вы не знаете. Я официальный амбассадор и один из команды InStime, человек, который будет являться официальным лицом, все новости практически, которые вы будете видеть, вы будете слышать, скорее всего, от меня. Что касается проекта, как мы его развиваем, как мы его интегрируем, как внедряем, как он будет, в принципе, двигаться на всех рынках, на которых мы его сейчас параллельно запускаем. Поэтому смотрите, ребят, вопрос по поводу того, как кто не может подключиться к Zoom, зайдите в Instagram, Вадим Скляр, введите в поиске и можете зайти, найти мой профиль в Инстаграме. И там я тоже транслирую сейчас. Так, все, 40 человек в Инсте, 78 на Zoom. Давайте, начинаем. В общем, я не буду сегодня показывать презентацию, транслировать ее какую-то там PDF-ку, я просто буду говорить сегодня абсолютно все словами, для того, чтобы вам было все предельно понятно, потому что я ценю время каждого, понимаю, что все загружены, но, пожалуйста, отложите сейчас все, что вас может отвлекать, отложите какие-то уведомлялки, отложите какую-то фигню, которая может помешать тому, что не будете вовлечены в процесс, потому что практически ту информацию, которую я буду сейчас говорить вам о проекте InStime, вы нигде не услышите, не увидите и вряд ли... Где-то, короче, инсайдер, Вадик инсайдер, Вадик бизнес, Вадик инсайдер здание. Смотрите, сразу попрошу не флудить в чате, не писать бред, все вопросы в конце. Все вопросы, на все вопросы абсолютно отвечу, все вопросы в конце, поэтому давайте начинаем. Что такое InStime? InStime – это первая в мире платформа для органического продвижения своей учетной записи, своего бизнеса, своего бизнес-профиля, своего аккаунта в Инстаграме. За счет чего? За счет внутренних алгоритмов и взаимодействия с другими живыми участниками. То есть как это все происходит, я тоже расскажу, это уже технические моменты, о которых я расскажу уже во второй части. Забегая наперед, скажу сразу, что это международная компания с международной юрисдикцией, с абсолютно публичной командой, то есть мы не какая-то там компания-однодневка, которая собрала лаве и свалила на Ибицу там чисто отдыхать, тусить на диджеев. Нет, мы серьезная публичная компания, которая... Команду абсолютно вы будете видеть, каждого вы будете знать в лицо, вы будете слышать абсолютно все новости в наших официальных источниках, которые мы сейчас запускаем. И вот буквально вчера, в 18:00, у нас начался официальный предстарт. Вот сейчас на протяжении 90 дней, на протяжении следующих 90 дней у нас официальный предстарт, и через 90 дней будет ровно год с того момента, как мы начали идею реализации вообще InStime, как только она появилась, и как только началась работа уже над ней непосредственно в... Так, хорошо, ребят, все вопросы в конце. Как только мы начали над ней работать, идем дальше. Смотрите, что сейчас предстарт? Предстарт – это 90 дней, это каждый день мы будем выкатывать обновления, каждый день мы будем исправлять какие-то там баги, если они какие-то есть. Я знаю, что каждый день мы допиливаем сервис. Почему? Потому что в нем есть партнерская программа, и мы хотим ее сделать максимально удобной для вас, чтобы он был максимально юзабельный, чтобы максимально понятный, максимально простой. То есть на данный момент, когда сейчас подключаются там люди старше, которые не понимают, что такое Инстаграм, которые не знают, что такое Инстастори, объективно для них это все дремучий лес. Мы прекрасно понимаем, поэтому мы пытаемся сделать интерфейс, абсолютно все, что вы видите в личном кабинете, максимально удобным, понятным и простым. Вот. Поэтому что касается непосредственно самого продукта. По предстарту я рассказал, мы ждем 90 дней, то есть 90 дней сейчас началась активная работа. За 90 дней те люди, которые сделают самый огромный результат, те люди, которые построят огромные команды, мы пригласим их на наше официальное открытие. Мы сейчас выбираем страну, в которой мы будем это делать, скорее всего, ну, может, не скорее всего, может быть, это будет Дубай, может быть, это будет где-то другая страна, вот, где мы будем делать официальное торжественное открытие, как раз день рождения компании, которая будет ровно год. И где будут приглашены звезды шоу-бизнеса, амбассадоры, разные лидеры мнений, предприниматели. То есть не только там в Украине у нас, в России, СНГ, а люди со всего мира. Потому что сейчас, на данный момент, мы практически уже на данный момент, вот на эту секунду, люди 71 страны зарегистрированы у нас в сервисе. То есть мы дали предстарт, месяц мы были на закрытом бета-тестировании, месяц мы тестили, исправляли баги, ошибки, получали обратную связь от тех людей, которые начали использовать сервис. И... практически вот вчера сделали официальный предстарт, на котором уже дали возможность людям запуститься и дальше развивать компанию. Ничего себе, 45 в Инсте, 94 в Зуме, ребята, вот это да, Вадик бизнес вещает. Так, давайте дальше, переходим конкретно к вещам. По предстарту понятно, 90 дней официальный предзапуск, через 90 дней у нас официальный старт. Открытие, развал. Почему я сразу забегаю наперед скажу, кто сейчас уже к нам подключился, кто сейчас в этом сервисе? Ну, в принципе, уже я могу публично это говорить, потому что это, если Украина, это Леся Никитюк, это Саша Пидан, это Даша Астафьева, ну, и вот, короче, я,
Это практически все люди, которых вы знаете, которых вы видели раньше на экранах телевизоров, которых вы видели раньше в Инстаграмах, у всех людей, которые есть миллион аудитория подписчиков, все люди будут уже являются амбассадорами, уже являются активными пользователями нашего сервиса и будут его развивать. Вот. Если это Россия, это Сергей Пархоменко, Серега, все его знают, черный бумер, это Сергей Бадюк, это Вилсаком, это... Тоже там еще один момент, не могу сказать пока что, тоже человек, у которого есть просто многомиллионная армия подписчиков. И все люди, которые разобрались в Инстаме, как он работает, поняли внутренние алгоритмы, включились в работу, сказали, что это идея просто, которая разорвет весь мир, и поняли, в чем заключается вообще сам сервис, его преимущества, и как они на этом смогут получить хорошие бенефиты, хороший профит. Идем. Продукт Инстайм. Каждый пользователь, который регистрируется в Инстайме, который оплачивает подписку $58, имеет возможность получить в месяц 30 тысяч лайков, 300 комментариев, 1000 сохранений и 50 тысяч органических просмотров своих видеороликов. Сразу скажу, откуда это все берется. Так как у нас сейчас в сервисе нет там вот этих же 30 тысяч людей, мы закупаем эти же лайки у других сервисов партнерских, у 5 разных партнерских сервисов. То есть, если вы знакомы с принципом работы масс-фолловинга, вы знаете, что это такое, то, в принципе, понимаете, как там взаимодействовать. Когда человек заходит, отдает свой логин, пароль от Инстаграма, эти данные хешируются, и программа автоматически на автомате выполняет за вас действия. Точно так же сейчас те партнерские 5 сервисов, с которыми мы заключили договора, с которыми мы работаем, у которых мы закупаем же эти лайки, таким же образом работают. То есть человек, который поставил задание внутри Инстайма на свою фотографию, там, 3000 лайков, сервисы, с которыми мы интегрированы, получают это задание, и люди, которые отдали свои логины и пароли, автоматически от их профилей летят лайки нам. Вот. Сейчас на 40% мы сейчас уже пытаемся выйти на органику, потому что вот за вчерашний день у нас 5700 регистраций. Это люди по всему миру, которые начали регистрироваться. На данный момент в сервисе у нас 12 тысяч. Я вот буквально на админке сидел 5 минут назад, 12 тысяч пользователей. И что? И это все буквально за вот 6 дней. То есть вирус в сети, я по-другому не могу сказать. Почему? Потому что так и есть на самом деле. Вот, и смотрите, если вам может там какой-то аккаунт прилететь там закрытый или какой-то там, я не знаю, без фотографии, скорее всего, это с этих сервисов. Ну, не скорее всего, а точно, потому что комменты мы полностью уже органически себя обеспечиваем. То есть комментарии у нас, кто уже использовал сервис, кто уже оплатил, кто уже пользуется, кто уже ставил все задания на комментарии, они видели, что комментарии уже летят все органически, и все люди это те, которые находятся у нас уже в сервисе. То есть принцип взаимодействия платформы идет такой, что человек ставит задание себе на фотографию, комментарий, другие пользователи Инстайма получают его у себя в разделе задания и выполняют эти же задания. То есть таким образом мы обеспечим внутренний алгоритм, который взаимодействие аудитории с аудиторией. Это очень сильно влияет на охваты, на продвижение, на вывод топ по хэштегам, по локации. Вот я буквально час назад опубликовал фотографию, там видели, что, да, как реклама была у Порошенко, там, кандидате у Багато президент один. Я вот час назад опубликовал фотографию, там, о сервисе у Багато Инстайм один, видеоролик точнее. За 20 минут, после того, как я его опубликовал, через 5 минут он появился у нас в Инстайме. Я поставил на него только лайки одни. Я поставил на него задачу 3000 лайков. Мне прилетело за 2 минуты 3000 лайков. Я через 20 минут уже был в топе. Я в топе по геолокации Верховная Рада Украины, в топе по геолокации Вадик Бизнес, там понятно, там в принципе один топ. И в топе по хэштегу Инстайм. Так, нет, это не по типу. Кстати, по типу Commented Me, это сервис Димы Квашневского, это наш официальный амбассадор, это мой хороший друг. И Дима тоже будет активно развивать этот сервис. Он сейчас прям проводит трансляцию по сервису, вот. И мы еще заключили с ним тоже партнерку, он тоже будет нам предоставлять комментарии, для чего мы это сделали, то есть мы понимаем, у нас объективно там цель, ну, я не буду называть наши цели, но очень много, я так скажу. И для того, чтобы просто предохраниться, для того, чтобы наверняка знать, что мы будем выполнять обязанности абсолютно перед каждым клиентом, потому что для нас это самое главное, потому что мы работаем в открытую. Моя репутация, мое имя и имя каждого человека, который работает в Инстайме, это все открыто, и ну, у нас нет цели делать какую-то, грубо говоря, извините за выражение, херню для того, чтобы завтра краснеть и не понимать, что ответить людям. Поэтому должен был продукт, который максимально органичен, команда, которая полностью прозрачна. Мы компанию зарегистрировали там, где зарегистрирована компания Telegram Паши Дурова. То есть, если вы знаете, что такое, то
в принципе, думаю, объяснять тут не надо. Вот. С международной юрисдикцией, блин, я уже заговорился, у меня уже, блин, голова отвлекает. Вот, я вижу 113 человек здесь и 50 человек здесь. Нормально. Так, идем дальше, смотрите. В чем заключается суть сервиса? $58. $58 – это оплата ежемесячная, то есть в месяц вы за эту сумму будете получать 30 тысяч лайков, 300 комментариев, 1000 сохранений, 50 тысяч просмотров видеороликов. Мы сейчас полностью идем к органике, поэтому у нас 60% мы закупаем, это у партнерских, то, что я сказал, на 40% мы уже обеспечиваем себя, это я говорю по лайкам. Если мы говорим по комментариям, мы полностью себя уже обеспечим, по сохранениям мы полностью себя обеспечим. Вот. Что касается непосредственно возможностей, которые мы придумали, то есть мы думали сначала изначально продвигать это как сервис, ну, сервис продвижения в инсте. Вы понимаете, что инста — это сейчас самая жестко взрывающая площадка, это самая быстро растущая социальная сеть. Вот на данную минуту, на данную секунду в инсте более 1,5 миллиарда зарегистрированных пользователей, более 500 000 пользователей активных каждый день. Вы уже знаете, уже шутку, короче, это не у каждого дома хлеб есть, но зато у каждого есть Инстаграм-профиль. Люди уже просто подурели от того, что там лайки, комментарии, просмотры, все хотят вот этой популярности, многие хотят вот это казаться, а не быть. Там зайдешь в профиль, все абсолютно успешные, абсолютно там прям не знаешь, куда крутиться. И почему бы и нет? Продукт создан специально для абсолютно каждого пользователя Инстаграм, тот, который хочет продвигать свой бизнес, тот, который хочет сделать себе личный бренд, тот, который хочет продвигать свои услуги. То есть абсолютно, если вы хотите, чтобы ваш товар или услугу, или вашу личность увидела больше аудитория, соответственно, либо стала вашим подписчиком, либо стала вашим клиентом, Инстайм. Как работает принцип, я уже вам объяснил. То есть мы простроили алгоритм взаимодействия именно внутри системы. То есть вы заходите в Инстайм, следующее действие, которое вам нужно выполнить, это... После того, как вы зарегистрировались. Зарегистрироваться нельзя будет без приглашения. То есть единственный способ, по которому вы можете зарегистрироваться в Инстайме, это получить приглашение от друга. Скорее всего, вот эти 118 человек, которые меня сейчас смотрят в Зуме, и ну, в Инсте там я, конечно, никому не давал еще. Вот, все люди, которые здесь регистрировались по промокоду. По промокоду, по бонус-коду, который вам прислал человек, который уже... является пользователем Инстайма. Вот. И каждый раз, когда после того вы оплатили, вы зашли в сервис, второе действие, вы оплатили $58, оплатить можно с любой банковской карты в мире, Visa, MasterCard. Второе действие, которое вам нужно сделать, это выполнить все задания. В заданиях будут находиться люди, на которых вам нужно подписаться. То есть теперь переходим оттуда, что мы еще и добавляем живую органику в плане подписчиков. Помимо того, что есть продукт, в котором есть лайки, просмотры, сохранения, комментарии, мы теперь переходим к живой аудитории и подписчикам. Что это такое? Это то, благодаря чему люди помогут себе так, с условиями нашего там маркетинга тренарного и абсолютно все линейной системы предусмотрено то, что если максимум заполнены 15 линий, о которых я расскажу, как они заполняются дальше, то вы можете получить 21,5 миллион подписчиков. То есть это, ну, я понимаю, сейчас для кого-то это может казаться космосом, типа, Вадик, выпей воды, давай я выпью. Вот, на самом деле это так, потому что это чистая математика, чистая логика, простроенный внутренний алгоритм, IT-продукт, который полностью порвет рынок в 2019 году, мы в этом уже уверены, мы это уже проверили. Вопросы все в конце, ребят, сейчас вопросов никаких не задавайте. Вот, то есть то, что я говорю, что помимо того, что вы еще можете... использовать сам сервис, сам продукт, вы можете еще получить аудиторию. Таким образом, что вы просто рассылаете эту ссылку, люди по этой же ссылке переходят, регистрируются и в заданиях выполняют задание, тем самым они подписываются. Второй момент. Рефералка. То, наверное, из-за чего тут большинство смотрит, то, наверное, из-за чего сюда больше людей поприбегало, потому что я понимаю, что объективно там вот эти все диджитал-специалисты, SMM-щики, пиарщики, диджитал-агентства, которые занимаются продвижением в инсте, вот эти все giveaway-щики, которые организовывают giveaway, объективно, если говорить все, что вот это есть, и все, что предоставляет Инстайм, то чаша весов там полностью вот так перевесит. Почему? Потому что за $58, если вы будете лить в таргет, если вы будете использовать рекламную коллаборацию там, у какого-то блогера закупать, вы за $58 не сможете таким образом себе получить такие цифры. Вот, объяснять не буду, можете просто изучить эту тему, то есть кто разбирается в этом, тот уже и так понял. Вот, поэтому уникальность в своем роде очень большая. Когда мне люди там говорят, зачем платить $58 в месяц, чтобы получить лайки, комменты, просмотры, то, скорее всего, этот человек либо не разбирается
внутренних алгоритмах, как работает Инстаграм и как ваши публикации могут залетать в топ, либо же этот человек Билл Гейтс или Уоррен Баффет или Джефф Безос, вот, не более, потому что по-другому я не могу сказать. Идем дальше. Рефералка, вот самое интересное. С $58 наш сервис забирает себе 18. Остальные 40 мы отдаем обратно в сеть. Что это значит? Это значит, что абсолютно все люди, которых вы приглашаете, абсолютно все люди, которых приглашают другие, то есть мультиуровневый маркетинг, теперь партнерская программа, абсолютно с каждого человека, который находится в вашей команде, который будет приглашен по вашим ссылкам, вы будете получать партнерку. Партнерку в виде реферальных бонусов. Вот. Что это значит? Это значит, что если Вадик Скляр, Вадик Бизнес, пригласил троих людей, там Бороду, там Жанбека, там и Милу, то с каждого человека, который оплатил сервис, Вадик Бизнес получает 15% партнерского вознаграждения. То есть первая линия. То есть это сейчас мы уже переходим к тренару, к тому, что практически вот сейчас, ну, это самая гениальная модель для развития бизнеса, потому что мы изначально планировали делать это как сервис, но потом, когда вообще сюда наложили тренар, мы поняли, что это просто вообще, это вирус, который за один день уже нам принес там больше 5000 регистраций, больше 5000 пользователей. И на данный момент, привет, и на данный момент, на данную секунду у нас сейчас в онлайне, вот я сейчас скажу цифру конкретную, на данный момент в онлайне, вот, давай, вот, второй капан. Зайди, покажи свое лицо. Всем вот. Привет, ребят, всем привет. Да, все, это Вадик Бизнес, это Вадик Бизнес номер два. Вот, ну давайте, мы потом в конце еще вдвоем будем отвечать на все вопросы по поводу Инстайма, как он создавался и как эта идея реализовывалась. Поэтому с каждого абсолютно человека, который платит $58, которого вы пригласили, вы получаете вознаграждение 15%, то есть $8.7 с каждого лично приглашенного, которому вы сбросили сервис, который зарегистрировался по вашей ссылке, который оплатил. Математика. 100 человек пригласили. Ребят, что такое пригласить 100 человек? Это понты. Это один день времени. Потому что сетевик, вот вчера он вел презентацию. Да, он 20 лет в сетевом. Да, он старый мужик, но он очень сильный, как сказать, он очень сильный лидер, потому что у него структура была больше 200 тысяч человек. Была как-то компания World сетевая, это вся самая большая структура, это была структура Сергея Шевченко. Кто не знает его, просто вбейте в гугле, Сергей Шевченко, можете загуглить. Это человек, который 4 ночи не спал после того, как мы ему рассказали за проект, который сказал, что если мы сейчас кому-то расскажем о проекте, он нас заненавидит. Поэтому он сам 4 ночи сам обзванивал всех, подключал всех, лупил всех. На данный момент у него сейчас самая большая команда в этом проекте. Он заработал более $2000 уже сейчас по партнерской программе. Ребята, он подключился 6 дней назад. Он уже больше косаря заработал, и это только сейчас подключил своих. Он подключил туда сетевиков с 20-тысячными структурами, с 30-тысячными структурами, людей, у которых, блин, по 100, по 200. Ну, короче, там просто жесть, там творится. И эти все люди, это люди старой закалки, это люди аналогового типа, это все люди, которые Инстаграм... Вот так. Они не знают, что такое инстасторис, но они уже разобрались в продукте, поняли, как он функционирует, поняли преимущества и уже начали бомбить, потому что сейчас там, я не знаю, мне уже даже лично предлагают, хотя, ну, типа, не знаю, как я связан с проектом, мне пишет Вадим, там есть тема, ну, то есть, это вообще самое главное. Вот, поэтому, поэтому что? А у молодежи, у вас как раз людей, которые это смотрят, я уверен, что сейчас практически все вот эти тут... 60 человек, и тут, ну, грубо говоря, 170 человек меня смотрит, я уверен, что здесь сейчас практически находятся все люди, которые там младше 40, и вы все пользуетесь Инстаграмом, у вас всех есть профили, вы все знаете, что такое инстасторис, вы все видите на блогеров, вы видите, как они зарабатывают на рекламных интеграциях, вы видите, что это такое, вы видите, сколько рекламный пост, ну, вот, Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер. Это самая богатая девушка в мире сейчас, ей 21. У нее состояние более $1 миллиарда в США. И у нее одна рекламная интеграция, один рекламный пост стоит больше ляма зелени. То есть за то, что она просто выставит пост, вот допустим, я у Кайли Дженнер покупаю рекламную интеграцию. И за то, что она просто в посте отметит хэштег, точнее, мой профиль Вадик Скляр, Вадим Скляр через собачку и напишет, что смотрите, это Вадим Скляр, там у него сейчас вот активно там развивается проект Instime, там подписывайтесь на него, ставьте лайки и все это подобное. Я из-за этого должен заплатить косарь, не косарь, а 1 миллион долларов.
И все, для нее это усилие вот так, зайти в свою учетную запись, зайти в свою учетную запись и опубликовать пост. Для меня это надо найти лямб, ну, типа, соотношение, да, понимаете. И сейчас в эру диджитализации, в эру, когда вот эти блогеры зарабатывают десятки, а то и сотни тысяч долларов, проходить мимо этого, это, ну, просто сумасшествие. Почему? Потому что в СНГ, я уже это не первый раз повторял, я это буду повторять ежедневно, в СНГ люди спят. Вот, американцы, это те люди, которые в маркетинге и в продажах, это топы просто. Нам через 20 лет доходит только то, что они внедряют. Наши люди все ездят, топовые маркетологи ездят в Штаты на Conversion Summit обучаться, понимать, как они продают, потому что воронки продаж, как выстроены, системы маркетинга, как реализованы, но это жесть. И когда вот по поводу сетевого бизнеса даже, если брать, да, конкретно, когда вот тогда ситуация, может, многие смотрели Трампа, когда он на шоу когда-то был, и у него спросили, если бы ты открывал бизнес, то какой бы ты сейчас бизнес открывал, он сказал сетевой, и весь зал заржал. Весь зал заржал просто с таким жестким смехом, с истерией. Он прождал секунд 30, была такая пауза. Вот именно поэтому вы находитесь там, а я здесь. Вот, чтобы вы сразу понимали, насколько вот масштаб и какие есть возможности развития бизнеса по партнерским программам. Это все не мистика, это все реальность, это то, что вы сейчас видите, это то, в чем мы сейчас живем. И глупо это не использовать все эти возможности, все эти преимущества. Поэтому благодаря Инстайму абсолютно у каждого человека, хоть он даже вчера зарегистрировал свой профиль, абсолютно у каждого человека появится возможность за 58 баксов в месяц получить живую органику, живых подписчиков и возможность, если вы потом додумаетесь, если вы будете потом монетизировать свою, помимо Инстайма, вы еще сможете продавать там рекламу. Кстати, да, еще, если вы хотите стать блогером, ребята, блогером станет не каждый. Мне интересно смотреть за Толиком, который ковыряется там в ухе или там еще что-то делает. У вас должна быть харизма, вы должны быть коммуникативными, у вас должна быть нормальный внешний вид, у вас должна быть представительная внешность. Если вы думаете, что вы вот там будете там светить, я не знаю, каким-то негативом в сети за вами будут, нет. Люди сейчас смотрят за тем, кто реально полезен, кто реально интересен. За балаболами уже неинтересно смотреть, это уже прошло. Вот эти все инфобизнесмены, миллиардеры, миллионеры, это все уже прошлый век. Все, заработали денег, уходите, потому что, ну, все, сейчас всех сметет. Я вам вот скриньте, запомните эти слова. 2019-2020 год, это год пух и прах развала вот этих всех балаболов, которые в соцсетях, которые публично, которые в Ютубе, во всех блогах понаговаривали, что они успешны. Почему? Потому что рано или поздно все, что с твоих уст вылетает, становится явью, и люди помнят. Вот то, что я вам сейчас говорю, вы будете помнить всю жизнь. И если я вам сейчас в чем-то совру, скорее всего, вы мне потом напишите, ах, Вадик, ох ты балабол, конечно. Зачем? Поэтому вы в соцпространстве, как говорил когда-то Портнягин Дима, да? Вот, если вы ходите в соцпространство, не врите, он сказал Черняку, и после этого, конечно, начался такой даунтренд. Вы все видели, знаете, что это началось тогда. Возвращаемся к Инстайму. Партнерская программа, 3 лично приглашенных, 15% с каждого человека. Первая линия, максимум в первой линии может быть только 3 человека, то есть я могу пригласить в первую линию 3 человека только. Но лично пригласить могу хоть миллиард пользователей, и со всех получу тоже по 15%. Математика, Вадик Скляр пригласил 100 человек. Абсолютно со 100 человек он получил 15% партнерское вознаграждение. То есть это значит, что с 58 баксов я получу 8,7 доллара. 8,7 доллара мы умножаем на 7, вы умножаем на 100 человек, это 870 баксов в месяц я буду получать в месяц. Ребят, попрошу заметить не разово, как в сетевых компаниях. Мы не сетевая компания, мы сервис с партнерской программой. Вот это очень важно, попрошу. Те, кто будут развивать, не надо говорить, что мы проект, который сетевуха. Нет, мы не сетевуха, мы сервис. В первую очередь у нас есть продукт, мы реальные. Мы не ходим в баночки, там, не продаем вот это «Добрый день, купите, меня зовут МВ, Арифлейм». Вот. И мы сервис с партнерской программой, у которого есть возможность развивать его и за это же получать партнерские бонусы, зарабатывать на этом. Поэтому первая линия максимум 3 человека. Дальше приглашайте хоть миллиард пользователей. Чем больше у вас приглашенных, тем больше, вы же понимаете, вы заработаете. Идем к самому интересному. В наш внутренний скрипт, внутренний алгоритм простроен так, что в первую линию только 3 человека может зарегистрироваться. Дальше идет вторая линия. Под каждым человеком в первой линии будет только 3 ячейки. Дальше начинается вторая линия. Вторая линия – это 9 человек. Это значит, что ваших лично приглашенных троих, под их каждым тоже есть по 3. То есть во второй линии уже будет 9 человек. Ну, соответственно, структура такая вырисовывается. Первый человек, я пригласил троих.
Они трое тоже повторили дубликацию, тоже пригласили троих. И так каждый пользователь, если будет продолжать, а он будет продолжать, потому что он просто он не сможет. Я же знаю нашу ментальность. Люди же когда увидят, что кто-то выйдет на Porsche Macan с номерами InStime, GTS, Full Panorama, я же знаю 100%, что когда я публикую этот пост, там просто вот так все будет типа лететь. И как наша ментальность в принципе работает? Понты, бабки, тщеславие, лицемерие, и когда люди видят это у кого-то другого, они же это хавают. И на самом деле это плохо, что люди не проверяют, что они в омут с головой бросаются, никогда не разобравшись до конца в вопросе. Но тем не менее, есть как есть, маем это шумаем. Вот, и maybe 5 minutes? No. After transfer. Поэтому, смотрите, извините, отключился буквально на пару секунд. Поэтому возвращаемся к теме. Когда ваш сосед зарегистрируется в Инстайме, это я вот сейчас живой пример рассказываю, там 2 месяца назад, когда я рассказал, я просто не афишировал за Инстайм, мы хотели все это доделать, запустить, это все сделать до конца, и вообще не вел соцсети, вот. И когда 2 месяца назад я рассказал человеку, там одному очень влиятельному, одного, ну, его знает там вся Украина практически, и СНГ. И когда он услышал эту идею, он сказал просто: «Вадик, это просто жесть, это просто, это перепись населения будет, это просто, это разорвет в пух и прах, просто все абсолютно, потому что мы не работаем в серую, мы не обходим в Инстаграм, мы не, извините, обманываем людей, мы вот все абсолютно, смотрите, вот кол как сокол, фрес на пузе, да, извините за выражение. Вот, и когда человек, абсолютно разобравшись во всех механиках работы Инстаграма, во всех механиках работы Инстайма, поймет, что это все не какая-то голимая там компания однодневка, а это сервис, который настроен работать в долгу и с серьезным амбассадорским штатом, потому что все люди, которые являются нашими амбассадорами, это люди, которые знают весь мир без преувеличения. И я сейчас веду переговоры с промоутерской компанией Конора Макгрегора для того, чтобы чтобы купить рекламную интеграцию у Конора, и чтобы он был тоже одним из наших амбассадоров, одним из наших лиц. Вот, это чтобы вы понимали масштаб. Мы тут не собрались в песочницу играться, нам неинтересно это. Так, идем дальше по линиям. Первая линия лично приглашенных – это 15%. Вторая линия – так, может, вам сейчас давайте сейчас, знаете, как сделаем? Может, я сейчас вот такое прям сделаю, я не знаю, это правильно или нет, я не сетевик, я не инфобизнесмен, я не вебинарщик, но я думаю, слушать вам, если нормально, то я думаю, я могу показать вам видео. Давайте я вам сейчас покажу видео, это сразу ответит на все вопросы. Вот, и сразу же вы поймете, как, в принципе, взаимодействует партнерская программа. То есть мы сейчас переходим непосредственно уже к вопросу того, сколько люди могут зарабатывать со своей командой. То есть абсолютно все люди, которых вы приглашаете, и те люди, которых приглашают они, и от тех, кого тоже они приглашают, то есть абсолютно со всех, кто уже пошел от вас, вы будете получать партнерское вознаграждение ежемесячно, потому что сервисом предусмотрено, что в месяц человек, если оплачивает 58 баксов, у него есть возможность пользоваться услугой. Ко всему тому он еще получает живых подписчиков, которые будут пользоваться. То есть и еще все абсолютно, кто по вашей ссылке пойдут, и потом те люди, которых они будут приглашать, они обязаны будут подписаться на вас, потому что они не смогут использовать сервис. Поэтому первый момент – регистрируйтесь в Инстайме. Второй момент – оплачивайте 58 баксов. Третий момент – выполняете все задания. Если у вас что-то лагает, что-то не получается, чистите куки, чистите кэш, заходите в Google Chrome, вкладка «Инкогнито», повторяете все действия. Оплачивайте, выполняйте задания, заказывайте себе лайки, комментарии, просмотры, сохранения. Вы летаете в топ, дальше сами поехали. Вот, и сейчас я давайте специально покажу. Вот, может кто-то слышал, может кто-то не слышал. Привет, это Сергей Бадюк, это один из наших официальных рекламных амбассадоров. И он реально рабочий. Вы, как и всем там пользователям, наверняка вам тоже приходили людей, которые говорили, ну, а как подписчик, я вот первое время как-то реагировал, потом я разобрался, понял, что это такое, и честно, я не понял, что это такое, и я не понял, что это такое. Что касается Инстайма, подписчиков, вот, и мне, по-моему, тема,
И, честно вам скажу, это был, наверное, вот самый, такой, не тот самый, это был хирург, потому что очень математик и логик, и комиссия то и то, там идея, живая идея, математический расчет, очень логично все. И сделан огромный объем работы, потому что я уже поработал с самим приложением. Он даже таких бестолковых, как я, людей, даже я разобрался. Крутая история. Я вот, ну, не Ванга, конечно, но в ближайший год-два, конечно, это время не ставит. Это Сергей Бадюк, это понятно. Вот, кстати, вот еще выходим на Дэна Билзаряна, Стива Аоки и Майвезера, точнее, не выходим, а уже вышли. Вот, тоже ведем переговоры по рекламным интеграциям. Кстати, Конора Макгрегора, кто не знает, вот Конор Макгрегор, то есть этого хайпажора вы уже, наверное, все видели, знаете. И вот это еще покажу и все. Меня зовут Сергей Пархоменко, он же полиграфайер, он же Серега. Я, как никто другой, знаю, что такое социальный риф, что такое прыгать из сказки в кассу, стартовать с нуля, из грязи в князь, это все обо мне. Много лет назад я написал песню, которая из ничего сделала меня тем, кто я есть сейчас. Вы знаете, о какой песне речь? Это песня поперек формата, поперек системы, поперек эфира, поперек трендов. То же самое предлагает сегодня сервис Instime, идеальная платформа для продвижения личностного бренда и бизнеса. Дерзкая, абсолютная находка, смелая стратегия, которая, как мне кажется, определит стратегию продвижения в соцсетях на ближайшие 10 лет. Молодые, дерзкие, голодные будут в этом участвовать. Потому что теперь благодаря сервису у всех у этих людей есть деньги. Я знаю, что среди вас есть такие. Есть шанс. Я буду с вами. Вот, и он будет с нами, он уже с нами, поэтому и с нами уже, я вот просто вам так скажу, типа по секрету, у нас сейчас более уже 2000 блогеров. Если суммарно посчитать это по всему миру, если суммарно посчитать всю аудиторию людей, то это больше, ну там больше 300 миллионов человек. То есть и масштаб, я думаю, вам уже понятен. Вот то, что я хотел вам показать. То, что я хотел вам показать, да, эфир сохраню, ребят, эфир сохраню, запись будет, я с одного телефона транслирую, в другом телефоне ищу ссылку, вот. Сейчас буквально один момент, ребятки, сейчас, один момент. То есть сейчас конкретно уже переходим к деньгам. Вот, я вам рассказал, сейчас я хочу показать вам видео, быстренько, 3 минуты о том, как построена у нас партнерская программа. Минутку. Вадик Бизнес грузит видео. Как строится доход на платформе Instagram? Начнем с фундаментальных правил. Сумма ставки с 50 долларов. Вы ежемесячно получаете 15% с налогом. Аналогично платформа человека. От всех следующих людей, которые приглашают покупать у вас, вам приходит еще 1% с 4 уровней. Да, чтобы начать заработать деньги, достаточно построить команду настоящий человек. Первый раз, когда они будут приглашать друга в свою систему, все эти люди будут становиться вашими подписчиками в Инстаграм, а вам будут начисляться от 5% от стоимости их подписки. Уже за первый месяц вы можете получить 320 подписчиков себе в роли и 370 долларов на счет. И это возможность заработать только с 4 уровней. Продолжаем обучение. Когда общее количество участников составит 9840 человек, и тогда доход на
Не пугайтесь, 13,5 миллионов долларов — это чисто математика, а не какая-то там типа наша космологическая система под чем-то, вот, потому что это чистая математика абсолютно вся, которую вы посчитаете, если 15 линий под вами заполнены, если люди в 15 линиях, а это 21,5 миллионов человек, а это значит, что это 21,5 миллионов человек обязаны быть подписаны на вас. И вот если все эти люди оплачивают сервис, то есть $58, это 13,5 миллионов долларов ежемесячно. Это не космос, да, может, вам кажется сейчас, Вадик, что ты курил, Вадик, что ты употребляешь, но это чистая математика, ребята, это чистая математика, не более. Я вам уже объяснил, $58 стоит наш сервис, $18 мы забираем с каждого человека себе и $40 отдаем обратно в сеть. То есть $40 уходит в партнерскую систему по 15 линиям. Таким образом, 33% компания InStyme забирает себе, и 66% уходит на маркетинг. Уходит на маркетинг вам. Как вывод денег? Мы работаем с международной платежной системой ePayments. То есть на абсолютно любую банковскую карту мира вы можете вывести деньги, которые вы получили по партнерской программе. Первый момент. Второй момент. Мы работаем с платежной системой Fondi. Fondi не работает с какими-то подозрительными компаниями, потому что, ну, там очень серьезная аттестация, верификация и подтверждение юридическое, извините. Поэтому через Fondi вы можете, вы оплачиваете сервис. Вот, и таким образом у нас практически взаимодействие идет. Что касается публичности и регистрации компании, ребят, я, можно тише, пожалуйста, я веду вебинар? Нет, не... Ага, давай. Вот, и таким образом вы можете, в принципе, абсолютно легко, в несколько касаний, абсолютно спокойно, просто за 5 минут вывести себе деньги, которые вы получили по партнерской программе. Вот, поэтому, что касается непосредственно партнерки, с 15 линий, с лично приглашенных, 15%. С первой по четвертую линии, 5%. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 4%. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая, 3%. Тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, 1%. То есть вот здесь мы вам дарим 66%. 66% вы можете получить с подписки $58, то есть от абсолютно всей своей структуры. Вот точнее, то есть, ну, то, что уходит конкретно на маркетинг. И те люди, которые сейчас активно начали развивать InStyme, вот на данный момент, на данную секунду я сейчас вам веду, веду вам сейчас практически трансляцию. Там 10 минут, да не 10 минут назад, я уже, блин, заговариваюсь, я буквально час назад, когда мы сидели с ребятами, мы заходили в админку, вот на данный момент, у нас уже на данный момент больше $35 000 заработано людьми по партнерской программе. Ребята, мы вчера начали официальный предстарт в 18:00. 6 дней мы дали возможность регистрироваться сетевикам и блогерам, и людям, которые будут использовать сервис. Месяц мы были на закрытом бета-тестировании, пытались максимально исправить количество багов, пытались максимально сделать юзабельный сервис для того, чтобы вам же было максимально лучше им работать. По поводу компрессии. Кого интересует компрессия? Знаю, сетевиков это очень интересует. Компрессия будет, мы работаем над этим. Мы сейчас очень сильно, мы практически сейчас, вся команда вот с вчерашнего дня уже 24/7, она будет вовлечена в процесс, и мы каждый день будем на обновление выкатывать, каждый день делать все для того, чтобы у вас не было сложностей с сервисом. Просто поймите, вы нас тоже, мы ведем технически, мы не ложим сайт, мы не ложим приложение, мы прямо во время работы, тогда, когда вы работаете, внедряем обновление, то есть, потому что мы даем вам возможность таким образом работать, функционировать, поэтому очень прошу, отнеситесь с пониманием, когда у вас там какая-то кнопочка может быть очень долго подгружаться, мы стараемся максимально быстро это все интегрировать, внедрять и делать то, то, благодаря чему вы сможете пользоваться сервисом очень быстро и зарабатывать на этом очень большие деньги, потому что я не хочу сейчас говорить конкретно о цифрах, там, чтобы у вас, я уже сказал, от $8-7 за одного лично приглашенного до $13,5 миллионов, это если максимум, это если 15 линий под вами заполнены, это если 21,5 миллиона человек, то есть представьте, 21,5 миллиона человек по тренажной системе маркетинга мультиуровневого, у вас будет в подписчиках, и с каждого абсолютного человека, с каждого, который находится в вашей команде, вы получаете вознаграждение от 15% до 1%. 15, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1. Вот эти все деньги можете получать вы. То есть схема понятна,
мы открыты, мы честны, мы публичны, мы не какая-то там, извините меня за выражение, компания, финансовая пирамида, ища прочее, вот эта вся история, которая бегает с бубнами, вкладывайте деньги. Нет, мы сервис, который работает по партнерской программе с публичной компанией, с международной регистрацией, с международной юрисдикцией, мы с честными амбассадорами, которые являются крутыми лидерами мнений, у которых есть миллионная аудитория, то есть мы нацелены работать в долгую, нацелены работать мощно и нацелены сделать так, чтобы абсолютно любой пользователь Инстаграма, точнее, конечно же, мы хотим, чтобы абсолютно любой пользователь Инстаграма был нашим клиентом, но мы будем делать все для того, чтобы стремиться к тому, чтобы у нас была там вот эта планка повышалась. И сейчас в Инсте регистрируется в день, если я не ошибаюсь, цифра 20 миллионов пользователей. Вот 20 миллионов пользователей уникальных регистрируется в Инсте ежедневно. То есть или в месяц, вот сейчас, извините, сейчас могу ошибаться, либо в месяц, либо в день. 20 миллионов пользователей уникальных. Вот, у нас сейчас, на данный момент, вот за вчера мы получили больше 5700 регистраций. И вот сейчас, я вот когда выходил к вам в эфир, у нас было больше 2,5 в онлайне, то есть в инстайме. Как работает дальше непосредственно сами внутренние моменты? Это я вам сейчас рассказал быстренько о инстайме, о продукте, о партнерке, как внутренние моменты. 58 баксов, второй момент, выполнили задание. И каждый день у вас будут 30 заданий. То есть для того, чтобы пользоваться сервисом, для того, чтобы поставить себе в задание лайки, комментарии, сохранения, просмотры для того, чтобы использовать, вам нужно в день выполнять всего лишь 30 заданий. 30 заданий – это сохранение, это комменты, это лайки. Тем же другим участникам, которые тоже являются участниками платформы. То есть те, которые сами поставили задание себе, и вы сейчас им практически ставите лайк, вы от живого человека получаете. И как мы сделали? Мы не сделали автопилот, мы не обошли Инстаграм, мы не пошли в серую, хотя мы тоже сделали на всякий случай. Но дабы убрать полностью все риски, что минимизировало сейчас возражение на тот уровень, что, ребята, а что если Инстаграм вас закроет? А Инстаграм, для того, чтобы нас закрыть, нужно закрыть Инстаграм по одной простой причине. Мы не внедряемся в него. Мы делаем задание в новом окне браузера, как человек нажимает на задание, в новом окне браузера у человека открывается вкладка, официальная вкладка Инстаграм. И именно на ней человек нажимает лайк. Именно на ней человек пишет 3 слова комментарий, потому что комментарий будет считаться засчитанным от 3 слов, то есть 3 уникальных слов по тематике. Именно на этой же платформе вы ставите комментарий, возвращаетесь в Инстайм, обновляете Инстайм, через 5 секунд задание считается у вас уже засчитанным. Таким образом, я сейчас вам рассказал, как взаимодействует внутренняя платформа. То есть абсолютно все у нас делается не по автопилоту. То есть автопилот – вот это масс-фолловинг история. Вы отдали свой логин, отдали свой пароль, их захешировали и так дальше. Мы тоже его сделали. Но вы же понимаете, что Инста постоянно меняет свои внутренние алгоритмы, как он работает, свои API тоже, скорее всего, что они тоже скоро могут закрыть API. Вот. И вы же понимаете, что есть огромный риск. И если мы соберем 1 миллион пользователей, и нас всех пользователей, благодаря тому, что мы выполняли от их аккаунтов автоматически действия, наши роботы выполняли действия от них, то если мы 1 миллион пользователей заглушим, в бан все улетят, заблокируют все аккаунты, мы же потом до конца дней не рассчитаемся с людьми, понимаете? Поэтому мы сделали абсолютно все в чистую, абсолютно все в открытую и абсолютно все органически. Вот теперь я объяснил, как работает это все. Идем дальше. Как вывести деньги? Те денежки, которые вам накапали. 58 баксов заплатили, пригласили 3 людей. Пригласили 3 людей, с каждого получили 8,7 баксов. То есть абсолютно каждый человек, который вам проплачивает уже сервис, вы моментально, прям вот в ту минуту, как только он оплатит, вы сразу от него получите, грубо говоря, уже реферальное вознаграждение. И вы получаете за 3 26 баксов. 26 баксов 10 центов. То есть... Мы еще придумали такую штуку. Если вы после регистрации на протяжении первой недели, за 7 дней приглашаете 3 людей, которые оплатили сервис, мы в следующем месяце даем вам бесплатный месяц пользования. То есть, ну, это плюшка, это бонус за активность. Вот, это если вы, вот сейчас, опять-таки повторюсь, зарегистрировались в сервисе, проплатили 58 баксов, скопировали свой промокод, отправили его человеку, сказали: чувак, смотри, какой крутой сервис, продвигай свой бизнес-профиль, продвигай свой бизнес, продвигай свою личность, бери себе лайки и так дальше и тому подобное. Используй, регистрируйся, 58 баксов всего лишь месяц. Ребят, 58 баксов – это сейчас день покушать только и все. Используй и все. Человек зарегистрировался, оплатил, вы получили 8,7 баксов. 3 человека – 8,7 баксов. 100 человек – 807 баксов. 1000 человек – 8700 долларов. 10 тысяч человек – 87 тысяч долларов. То есть и
Ребят, на все вопросы отвечу сейчас чуть позже. Дайте я закончу и буквально еще, я думаю, я 5 минут еще по продукту расскажу, и через 5 минут уже перейдем к Q&A-сессии, вопрос на ответ. Вот. Эфир тоже сохраню. Не переживайте. Так, блин, сбился, извините. Про что я говорил? Извините, напишите мне в чат, про что я говорил, я реально сбился, просто столько информации в последние дни приходится по 100 встреч в день проходить, по 100 скайп-колов, что иногда даже просто вылетает с головы. Напишите, вспомнил, Вадик Бизнес вспомнил. Вот, лично приглашенных 3, 87 долларов. Дальше скрипт наш простроен так, что четвертый человек, которого вы приглашаете, вот 3 человека пригласили, четвертый человек, которого вы приглашаете, он падает под вашего первого. Пятый человек, которого вы приглашаете, он падает вторым под вашего первого. Шестой человек, которого приглашает, он падает третьим под вашего первого. Зачем мы это сделали? На психологический момент. На психологический момент, потому что скажет вам якийся Степан, который скажет «It's time to pyramid». Вот, вы говорите «Степан, зарегистрируйся по моей ссылке, оплати 58 баксов лучше, а не пробухай их, и просто подожди». Мало того, что вы будете активным партнером сервиса, и вы будете активно подключать других людей. Мало того, что Степан получит переливы от вас, то есть люди будут регистрироваться под вас, это значит, что люди еще подпишутся на него. Мало того, что Степан получит 30 тысяч лайков, 300 комментариев, 1000 сохранений и 50 тысяч просмотров видео, так еще Степан получит реферальное вознаграждение от тех людей, которые оплатили. Только вы, из-за того, что вы лично пригласили человека, который упал под Степан, получите 15%, а Степан получит уже 5%. То есть они как бы по второй линии могут считаться. Итак, абсолютно с каждым участником. Ребята, беда неуводима, беда, наверное, у вас. Поэтому подождите, дайте я отвечу на все вопросы в конце. Я же попросил вопросы писать в конце. Поймите, будьте людьми, имейте уважение. Сейчас каждый смотрит сейчас больше 170 человек, и каждому я сейчас на вопросы буду отвечать, это неуважительно. В конце, Q&A-сессия в конце. Вот. Поэтому, смотрите, по маркетингу рассказал, по партнерке рассказал, кого интересует, смотрите, сейчас сразу момент. Если кому-то сейчас надо будет зарегистрироваться в сервисе, хотите ссылку, я говорил, что без ссылки вы не сможете никак зарегистрироваться. Если вы хотите ссылку, находите меня в Инстаграме Вадим Скляр, пишите, написать сообщение, пишите, Вадим, смотрел эфир, отправь, пожалуйста, ссылку, хочу зарегистрироваться. Если вы не будете оплачивать, можете не писать. Я не хочу раздавать свою ссылку тем людям, которые не будут оплачивать, потому что практически сейчас вся моя команда, это люди, это самая большая команда проекта, это первое. А второе, это то, что это люди практически, лидеры мнений, это люди-миллионники, это вот блогеры Казахстана, Россия, СНГ, Европа, Америка, у меня Сингапура есть ребята, с Африки есть ребята, с Штатов, с Азии, И давать просто человеку свою ссылку, который мне будет капать на мозги и говорить, что это все не работает, я не хочу. И вам же того советую. То есть первые 3 человека, учите людей делать дубликацию, если вы сейчас, я сейчас уже перехожу к тому моменту, как вы можете активно развиваться. Учите делать дубликацию. Если каждый из вас, каждый, будет просто повторять дубликацию, что такое дубликация? Это пригласил 3 человек, и ваши те 3 человека тоже повторили эти же действия, они тоже пригласили по 3 человека. То есть если каждый будет вот делать вот такую же дубликацию, я вам сейчас скажу геометрическую прогрессию, в которой мы можем расти, в которой у нас есть возможность прогрессировать. Вот это задница, просто у меня уже язык заплетается. Кстати, вот аккаунт, смотрите, 4715 человек, вот рефералка пришла уже 1734 бакса. Вот, это, вот если говорить о рефералке, то это оплатило где-то, 1000 человек максимум. Если вот эти все 4713 человек оплатят, на аккаунте будет умножать где-то на 1,7, потому что вот это все 15 линий, там, если все их умножить, то вот сумма, видите, сумма 21,5 миллиона человек, если в 15 линиях у вас находится, то ваш доход ежемесячно 13,5 миллионов долларов. То есть, плюс-минус, там, короче, надо отнять 40-45%, вот, даже и больше. Я уже путаюсь, реально. Понятно, да? То есть, если вот все люди, вот эти 4700 оплатят, то умножайте это все на 1,7 бакса. Точнее, умножайте это все реально на 1,7, даже... Вот я сейчас специально это сделаю, это у нас будет порядка 7990 долларов ежемесячно.
ежемесячно за то, что вы установили приложение, за то, что вы подключили троих активных, которые тоже начали активно развивать. Вот, поэтому учите людей делать дубликацию 3 по 3, по 3, по 3, по 3, и там просто жесть будет. Дальше вирус делает сам за себя, потому что мы сейчас запускаем рекламу по абсолютно всем площадкам в интернете. Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Google, то есть абсолютно-абсолютно везде. Сейчас вы будете просыпаться и видеть рекламу Инстайма на каждом шагу, потому что блогеры сейчас запускаются. Сегодня Леся Никитюк еще сделает рекламу. То есть и после каждой рекламы, мы вчера Алхим сделала рекламу, Анна Алхим, может кто-то знает, кто не знает. Вчера Анна Алхим сделала рекламу там за, я не знаю, там, жесть была. У меня лично там с другой рекламы, каждые 3 секунды регистрировался пользователь. То есть каждые 3 секунды. Вот. И сейчас я пока проведу этот эфир, я думаю, у меня в команде прибавилось еще там на порядок больше. То есть я думаю, еще минимум 1000 человек добавилось. Так, ребят, сейчас то, что я хотел сказать. По поводу геометрической прогрессии и по поводу того, что может сделать дубликация. То есть 3 по 3 по 3. Математика. Кратко о возможностях маркетинга. При соблюдении стратегии приглашения троих в первую неделю и больше не приглашая никого, вот сейчас внимательно, пожалуйста, послушайте. При соблюдении стратегии приглашения троих каждую в первую неделю и больше не приглашая никого в первый месяц у вас 3 плюс 9 плюс 27 плюс 81. То есть за 4 недели получается. Первая неделя 3, потом 9, потом 27, потом 81. Это равно 120 человек. Первые 4 линии – это 5% с каждого человека, то есть, ну, если не брать лично приглашенных 15. Вот, первые 4 линии – это 5% с каждого человека. Это значит, что 120 человек мы умножаем на 5%. 5% – это 2,9 бакса от 58 долларов. Это равно 348 долларов в месяц. И если еще 3 лично приглашенных по 15% от каждого, то это 370 долларов в месяц. Это просто за то, что вы пригласили троих и сказали им повторить точно так же. И сказали всем следующим повторить эти же действия. Это при том, что это не просто вы сейчас, простите, в ухо говорите, это при том, что вы продукт дали людям. Вы дали продукт с партнерской программы, сервис. Да, ссылку можете брать у тех людей, которые вас пригласили на этот вебинар. Я просто сейчас веду трансляцию параллельно в Инстаграме. Ребята, которые смотрят в Инсте, вы можете потом мне в директ написать, если кто-то хочет ссылку. А кто смотрит конкретно сейчас трансляцию в Зуме, ребята, обратитесь к тому человеку, который вас на эту же конференцию пригласил. То есть тому человеку, который вам эту трансляцию сбросил ссылку. Вот. Идем дальше. 370 баксов в месяц. Идем дальше. При такой же стратегии, в следующий месяц, вот если 3 по 3 по 3, первую неделю, и все. И все, и больше никого. То есть, ну, просто 3 человека, и все. Если идем в этот дальше. Следующие 4 линии, 243 человека, потом 729 человек, потом 2187 человек, потом 6561 человек. Это 9720 человек. Ну, понятно, с каждого человека, потом тоже в зависимости от того, в какой линии находится, вы тоже получаете партнерское вознаграждение. В итоге у вас получается структура, это 9720 человек. 9720 живых подписчиков вы получаете через Instime свой личный профиль. То есть потому что условиями сервиса, я опять-таки повторюсь, предусмотрено то, что вы не получите услугу, вы не получите продукт, пока вы не выполнили задание. Задание подписаться на всех людей, которые стоят, получается, над вами. То есть те, которые находятся в спонсорской линии. И если говорить конкретно... Ребят, на все вопросы отвечу в конце. Я понимаю, не отвлекайте, пожалуйста. Так, это 9720 человек. Следующие 4 линии – это 4%. Это значит, что 9720 человек надо умножать на 4. Это 2,32 доллара. Это получается 22 550 долларов плюс 370 долларов в месяц с первой линии. То есть чистая математика, не более. Тут нет абсолютно ничего заурядного, ничего заумного. Чисто геометрическая прогрессия и математический расчет. Вы можете это все проверить сейчас после вебинара, это все рассчитать. Это 22 550 долларов в месяц. В месяц, потому что оплата LTV есть. У нас определенных клиентов, каждый клиент будет получать услугу только после оплаты 58 ежемесячно. Вот, это не раз, это ежемесячно. И вы, соответственно, тоже ежемесячно будете получать от приглашенных людей в вашей команде вознаграждение. Дальше. Следующие 4 линии – это 3%.
ну, там уже начинается просто космос. Я не хочу говорить сумму. Я сейчас объясню тебе, чем сервис лучше, чем TeamLiker по функционалу. Я тебе все объясню. Пацан, не переживай, я вижу твои все сообщения. Ты имей совесть, я смотрю сейчас 170 человек, не отвлекай. Сейчас люди все хотят услышать ответ на свои вопросы. В конце все ответы на вопросы будут. Поэтому не будь выскочкой, дождись конца. Вот. Дальше. Доход больше 1,3 ляма. Ну, я не буду уже говорить о лямах, потому что тут многие даже не знают, как выглядит 100 тысяч долларов. И если я сейчас буду говорить о миллионах, то вы скажете, что я какой-то ненормальный. Просто изучите, разберитесь и поймите. То есть максимальный доход, который предусмотрен сервисом, это 21,5 миллиона человек, живые подписчики с вашей команды на ваш аккаунт. И доход при оплате их всех, абсолютно все люди, если оплатили 58 долларов, то ваш доход партнерский – это 13,5 миллиона долларов. Как-никак, но так и есть. Вот, и очень важно, за один раз проделанную работу средства приходят каждый месяц, так как это ежемесячный платеж, ну, думаю, всем понятно. Многим получается сделать 3 приглашения в первый день, и если так сделал бы каждый, то не за 15 недель, а за 15 дней можно было выйти на доход минимум 13,5 миллионов. Ну, это бред, типа, вам сейчас кажется, но это на самом деле так, потому что, ну, человеку абсолютно подключить человека за 58 баксов, это вот, это проще простого. Сетевики, так это вообще, это люди, которые просто вот так ссылку бросили, свою рефералку, под ними все порегистрировались, скрипт автоматически всех расставил друг под друга, то, что многие, кто не слышал, повторюсь, максимум в первой линии может быть 3 человека. Четвертый, кого вы приглашаете, он будет падать под вашего первого. Пятый под первого вторым. Шестой под первого третьим. И скрипт будет автоматически алгоритм заполнять каждую линию. И так, пока ячейка полностью не заполнится. Теперь переходим к конкретным внутренним моментам. Вы не можете пользоваться услугой, пока не оплатили 58 баксов и пока не выполнили раздел задания. Первый момент. Второй момент. Вывод доступен после того, как вы лично пригласили 3 людей, которые оплатили сервис. То есть сбросили свою ссылку, и по вашей ссылке зарегистрировалась и оплатила 3 человека. Второй момент. Вывод от 50 долларов мы сейчас делаем 25. То есть практически троих. Мы сейчас специально сделаем такую штуку. Троих людей вы подключили. 8,7 баксов, 8,7 баксов, 8,7 баксов. Это 26,1 доллара. У вас будет 26 долларов 10 центов. И вы сразу их можете вывести. То есть, ну, для чего мы сделали? Для того, чтобы вот эти хаманы верующие и вот эти все умники, которые думали, что тут что-то не работает, могли это все сразу протестировать. Через ePayments мы работаем через международные платежные системы. Ребята, Инстаграм, осталось 2 минуты у меня трансляции, пишет Инста, потому что, походу, я уже час веду Инсту. Вот, поэтому имейте в виду, я сейчас выключусь. Поэтому смотрите, вот самое последнее. Учите людей дубликации. Первый момент. Второй момент. Разберитесь самостоятельно, не подключайте людей, пока сами не изучите, не надо это делать. Второй момент. Не пишите сейчас мне в личку по вопросам, потому что у меня и так директ завален, я не всем физически смогу ответить. Я сейчас на Q&A-сессию в Инстаграме сейчас вторую трансляцию запущу, вот отвечу на все вопросы касательно того, чем отличается сервис от других и так далее и тому подобное. Я просто говорю сейчас уже в этой трансляции, чтобы все было понятно. Я на вопросы все отвечу, ребят, не переживайте, я ничего не выключаю. Так, поэтому прямой эфир сейчас в Инсте у меня завершается. Я этот эфир сейчас сохраню, ребят, и зумовцы, я сейчас продолжаю отвечать на вопросы. Сейчас, буквально 2 минуты. Сервис, кроме лайков и комментов, что еще предлагает? Сервис дает возможность получить живых органических подписчиков всех людей, которые будут находиться под вами. То есть все люди, которые будут лететь вниз, то есть в вашей команде, они все будут обязаны быть подписаны на вас. Это первый момент. Второй момент. Главный продукт сервиса – это 30 тысяч лайков, это 300 комментариев, это 1000 сохранений ваших публикаций, это 50 тысяч живых органических просмотров видео. Дальше идем. Почему задания присылают 30 в день? Ну, именно это количество заданий у нас рассчитано для того, чтобы выполнял каждый пользователь. Объективно, друзья, 30 заданий в день выполнить – это 5 минут вашего времени. Это 5 минут – это зайти на Инсту, зайти в Инстайм, повыполнить вот эти все задания, лайки, комментарии, сохранения. А вот объективно – это 5 минут. Но при этом у вас есть возможность заработать здесь большие деньги, очень большие. Какой минимальный возраст у участника? Ну, у нас нет абсолютно возрастных ограничений. Вот потом, да, мы специально даже сделали вывод своих партнерских потом на криптовалютный кошелек. То есть практически, если, ну, мы предусмотрели, у нас большая возможность зарабатывать деньги людям по партнерской программе, поэтому все люди, которые будут зарабатывать сумму там больше, ну, скажем, условно, 1000 долларов, понятное дело, что вы на банковскую карту, ну, там,
ну, не хотите выводить, потому что банк будет вам звонить там и говорить, что ребята, откуда деньги взялись, какого они происхождения. Поэтому мы сделали возможность вывода на криптовалютные кошельки. То есть вы сможете абсолютно легко вывести деньги в биткоинах. Так, дальше идем. Дальше. Ребята, пишите не один вопрос в 7 сообщениях, пишите один вопрос в одном сообщении, мне так неудобно его читать. Дальше, или 67 заданий было? Нет, не было 67 заданий. Если из первых 7 дней троих не успел включить, в следующем месяце нет такой возможности? Нет, не будет. Есть возможность только вот, если это бонус, такая плюшка за активность, если вы в течение там, первой недели после регистрации подключили троих участников, которые втроем оплатили, у вас появляется возможность. Мы на следующий месяц дарим вам сервис-подарок. Вадим, вы можете написать отличие WhatsApp от On The Top? WhatsApp написать отличие InstaTime от On The Top? Самый любимый вопрос. Ура, дождался. Могу. Давайте, сейчас прям вот все и напишу. Я вам даже все и расскажу сейчас. Идем. Отличие On The Top по сравнению с InstaTime. Первое. Если человек не строит команду, он не получает продукт. Никаких лайков, комментариев, просмотров и сохранений, если не привел в систему новых людей. Это я сейчас говорю о On The Top. Второй момент. Даже если и привел людей, в продукте есть только лайки и комментарии по формуле. Каждый приглашенный человек раз в 3 дня заходит и лайкает, комментирует тебя. Привел 30 человек, получил 30 лайков на пост. Третий момент. В сетевой структуре нет тренара, а значит нет переливов от вышестоящих. То, что я говорил, если вы 4-го подключаете, он падает под вашего 1-го. И так дальше, и так у всех. От вышестоящих. Нужно приводить людей и мотивировать их приводить еще людей. Это единственный способ построения команды. То есть, а так можно, грубо говоря, зарегистрироваться в Инстайме по чьей-то партнерской ссылке, стать в систему, пользоваться сервисом, но вам еще и от других будут идти. То есть, не только и вы можете развивать. Дальше. Доход начинает идти только если привел 20 человек в команду. У нас за это можно заработать $170 в месяц. То есть, в Инстайме, если у вас уже 20 человек будет в команде, это уже $170. Дальше идем. Стоимость. Для пользователя выгодно платить меньше при прочих равных, но для сетевика выгоднее развивать более дорогой продукт. On The Top стоит, если я не ошибаюсь, там порядка 999 рублей. InstaTime стоит $58, но объективно с 999 рублей там шиш да не шиша, а с $58 вы понимаете, сколько вы зарабатываете. Вы $8 и $7 зарабатываете только вы, если лично человека пригласили. Дальше. Регистрация возможна без промокода. Партнер рассказал человеку о продукте, человек пошел в Google, нашел ссылку, зарегистрировался сам. У нас такая история, ну, то есть это просто вы там убивались, вы там неделю рассказывали человеку, скидывали ему видеоролики, там все вот это все глушились, прям жестко парились над тем, чтобы действительно человеку продать, а он потом пошел, загуглил по ссылке, зарегистрировался и все, и толку от того, что вы там распинались, абсолютно нет никакого. Вот, и в Инстаме такой истории нет, то есть вы сможете зарегистрироваться в сервисе только по промокоду. Идем дальше. Обязательное выполнение заданий. Если человек пропустил 5 раз задание, его блокируют без возврата средств и выплаты дохода. Ну, это вообще, я считаю, бред. У нас такой истории нет, потому что вы можете зайти в задание, и там прям будет у вас графа. Если вы видите, не хотите лайкать, свайпнуть, типа, следующее. Не хотите комментировать, следующее. Вот. И плюс ко всему, мы сейчас внутри Инстайма очень много будем делать. Мы хотим сделать экосистему. То есть экосистему для чего? Для того, чтобы потом же вы на эти же лайки, на эти же комменты, когда ставили задание, вы ставили задание по интересам. То есть, допустим, у меня автомобильный бизнес, я занимаюсь продажей автомобилей, и я специально ставлю там по хэштегу автомобили, продажа, там, пригон США, вот по таким хэштегам, и люди будут лайкать только те, которые по этим же запросам уже ранее проявляли интерес. То есть это как таргетированная реклама, то есть по интересам, вот конкретно специальную узкую нишевую аудиторию. Вот. Идем дальше. Выполнение заданий раз в 3 дня, что уже не так влияет на рейтинг, так как активность на посте должна быть в первое время после загрузки. Объективно, зачем мне через 3 дня, чтобы вы пришли, поставили лайки и комментарии? Через 3 дня мой пост уже никому не нужен. Но если вы в течение первого часа, а если быть точным, то получаса, если пост набирает максимально огромное количество взаимодействий с аудиторией, то есть лайки, комментарии, сохранения, просмотры, ранжирование внутренних алгоритмов Инстаграма выбивает пост в топ.
по геолокации и по хэштегам. То есть то, что я уже говорил в начале вебинара, можете сейчас зайти на мою публикацию, там, где сервисы богатые, InStyle.in, там, где такой ор на рекламу Порошенко. Вот, и посмотреть по хэштегу InStyle, и посмотреть по геолокации Верховная Рада Украины. И там я нахожусь сейчас в топе на первом месте. Я опубликовал пост 2 часа назад уже. 2 часа, да, прошло. Вот, а здесь вы, ну, через 3 дня человек заходит, ставит лайки. Зачем мне через 3 дня там лайки тебе нужны? Если мне сейчас, в эту минуту, в эту секунду. И теперь самое интересное. Максимальный доход по партнерской программе в On The Top 450 тысяч рублей, в InStyle 13,5 миллионов долларов. Тут все понятно? Ну, еще есть сотни других мелких преимуществ. То есть, ну, я могу прям вообще хоть целый день рассказывать. Это просто ключевые отличия, я сейчас рассказал. Так, идем дальше. Вадим, якщо один з перших 3 оплатить перший місяць, а потім не буде оплачувати і робити завдання, який буде алгоритм? Якщо перший чоловік оплатив перший місяць, а потім не буде оплачувати, соответственно, потім ви не будете отримувати з нього вознаграждення. Чоловік оплачує, ви отримуєте. Не оплачує, не отримуєте. Вот. Когда будет доступен когда будет доступен, наверное, перевод во внутренних кабинетах. Делаем, прямо сейчас реализовываем. Я думаю, уже в следующем месяце мы уже сделаем. То есть, ну, можно будет между пользователями переводить денежку. Ребят, сейчас. Сейчас вот эти все, кто в Zoom смотрит, это 107 человек, к вам важно сейчас обращение. Если у вас сейчас что-то не работает, смотрите, как поступите. Если у вас какой-то лаг, баг, и доносите это людям, передайте это всем людям. Почистите свои куки. Если не знаете, как это сделать, вбейте в гугле, как это сделать. Почистите куки, почистите кэш, зайдите в браузер Google Chrome, откройте вкладку Incognito, в Incognito зайдите в InStyle и повторите то, что у вас не получается, потому что сейчас все работает. Мы просто расширяли сегодня сервера, потому что, ну, реально у нас 2500 в онлайне человек сейчас, ну, вот сейчас. Я представляю, что через месяц у нас тут будет 250 тысяч человек в онлайне, что запросто может быть такое, потому что, ну, вирус в сети, его не остановить, и то, что происходит, это сейчас мы сами, нас тут сами крышу срывают, мы не ожидали такого разрыва. Поэтому вот, чтобы у вас не было каких-то лагов, багов, попробуйте это все удалить с памяти куки, кэш, то есть все, что у вас было раньше связано с InStyle, оно же все запоминается, все откладывается. Вот, и повторите действия. Идем дальше. Будет запись веба в открытом доступе. Смотрите, я вебы буду я так понял, что уже просто... Смотрите, первый момент. Не надо выдумывать свои истории, не надо перекручивать. Вот то, что вы вот с этих уст слышите, и то, что вы будете слышать от официальных источников компании, вот только то доносите. Не надо придумывать самостоятельно каких-то уже лжефактов, которых не существует. Почему? Потому что от этого будет страдать в первую очередь наша репутация и ваша потом, потому что вы, ну, вы получаете, соврали. То, что вы конкретно, вот все, что вы услышали на этом вебинаре, вы можете передать людям. Но придумать свои какие-то истории, я вас прошу, не надо. Зачем? Будет ли версия английского сайта? Мы сейчас делаем перевод. Сегодня сделали уже видеоролик на английском языке. Скоро будет на французском, на испанском, на китайском. То есть, ну, мы сейчас все делаем максимально, ребят, не переживайте. Все, постоянно, каждый день работаем над этим. Нужно мобильное приложение. Делаем мобильное приложение. Мы вообще изначально сделали мобильное приложение, но потом пришли сетевики, которые посмотрели и сказали, что нам еще нужно, чтобы еще структура в личном кабинете отображалась. И мы полностью поставили фокус на веб-браузерную версию. Почему? Потому что когда мы вот сейчас изменения какие-то вносим, когда мы дорабатываем продукт, когда мы что-то сразу интегрируем и ставим, нам намного легче и проще сделать это в браузерную версию, нежели в приложении. Объясню почему. Если в приложении, нам бы пришлось каждый день выпускать новую версию, потому что каждый день мы сейчас обновление вводим. А если в браузерную версию, то мы спокойно сейчас скинули обновление, все, дальше юзайте, используйте. А так бы вам бы пришлось скачивать каждый день новую версию. Это неудобно, это неправильно. Дальше. Можете сразу, как готово, кидать их каналы. Будут обучающие вебинары на английском. Ребята, будет все. Будут и вебинары обучающие, и видосы обучающие. Ну, типа, мы все работаем над этим, просто вот действительно все делаем по максимуму. Когда выплаты начисляют? Раз в месяц, а оплата дает возможность давать задания 30 дней. Выплаты начисляются вам от только вы получили бонус, партнерское вознаграждение.
если у вас сумма уже больше там, $25, вот сейчас мы сделаем 25, сейчас пока что 50 стоит, мы сделаем 25. Давайте, ладно, пока сейчас 50, давайте от 50. Как только у вас накапало 50 баксов, вы сразу можете уже их вывести. То есть вывести на любую банковскую карту мира, можете протестировать вывод. Так, сейчас. Когда еще будут трансляции? Я думаю, трансляции, ну, я вообще планирую, я уже понял, что люди начали делать испорченный телефон, я этого не хочу, я хочу, чтобы люди правильно слышали информацию, ту, которая действительно есть таковой. Вот, поэтому я, скорее всего, что, ну, пока что мне придется проводить, наверное, каждый день. И каждый день давайте завтра я в 18:00 снова проведу трансляцию. Вот, я, давайте, хотя пока не буду обещать каждый день, давайте вот следите за своими каналами, там, где вы услышали об Инстайме, спрашивайте у своих спонсоров. Я думаю, если не через день, то, может быть, через день, через два буду вести трансляции, буду объяснять людям, потому что, ну, я, опять-таки, я не хочу, чтобы было что-то там, люди сами придумывали и распространяли это по интернету, поэтому очень прошу, правильно доносите информацию, правильно передавайте. И не добавляйте, блин, в групповые чаты людей, которые не знают, что такое Инстайм, и сразу пишут, что это пирамида. Зачем это? Объясните сначала человеку, объясните, как это работает, объясните, какой из этого выхлоп, потом он вам еще скажет, придет, боже, Толик, спасибо, что скинул ссылку. Это действительно помогло мне уволиться с работы и заработать свою первую $1000 на пассиве. Ну, типа, это такая ситуация в жизни, знаете. Вот. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Стыдно перед человеком. Давайте, какой вопрос? Скажите, пожалуйста, почему я не вижу человека, который зарегистрировался и оплатил? Вы могли бы помочь разобраться? Может, она кому-то другому подписалась? Абсолютно спокойно она могла кому-то другому подписаться, она могла оплатить и зайти зарегистрироваться по другой какой-то ссылке. Давайте так, напишите мне сейчас в инсту, в личное сообщение. Вадим Скляр, найдите меня в Инстаграме. Если мы, ну, я постараюсь разобраться, сбросьте мне логин свой. Сбросьте логин этого человека в Инстаграме и номера телефона свои сбросьте, сейчас постараемся выяснить. Скорее всего, что кто-то или она, или вы, либо вы неправильную ссылку на того человека сбросили, либо она не по правильной ссылке зарегистрировалась. Вот, потому что все работает абсолютно под карту человека очень правильно. Так. На данный момент оплата только с карты или можно с кошелька e-payment сделать? Смотрите, сейчас можно оплатить с любой карты Visa, MasterCard. То есть с любой карты Visa, MasterCard. Потом мы сейчас сделаем такую штуку, что 58 баксов у вас будут сниматься с личного кабинета в Инстайме. То есть не с карты, а с личного кабинета в Инстайме. То есть вот у вас, грубо говоря, вот эта сумма не снялось, не оплатили, значит, оплачивайте уже через Visa, через MasterCard. То есть если у вас там не накапало 58 баксов, то, соответственно, оплачивайте с другой платежной какой-то системы. Так, ну вопросы, в принципе, все, я на все ответил. Или, может быть, что-то пропустил. Ребят, если на какой-то вопрос не ответил, продублируйте его еще раз, напишите, пожалуйста. Обязательно выполнять задания? Да, задания выполнять обязательно. Каждый день по 30 заданий выполнить нужно. Сколько аккаунтов я могу лично иметь? Один аккаунт в вашем Инстаграме, один аккаунт в Инстайме. Разница между Мегалайтс и Инстайм. Разницу говорил 20 минут назад, надо было внимательно слушать. Обратитесь к спонсору с этим вопросом, вышестоящему. Пусть вам он сбросит всю информацию, я уже повторял. Это вот только что для всех. Это так. А, нет, там не повторял. По поводу Мегалайкс тоже можете обратиться к спонсору, там вам, в принципе, всю информацию сбросить, потому что это еще дольше рассказывает, там еще больше. Если есть раскрученный аккаунт, есть страх, что заблокируют. Почему страх заблокируют? Это абсолютно, это ложное убеждение. Мы не работаем в серую, мы не обходим инсту. Не могут заблокировать ни один аккаунт из-за Инстайма, потому что мы не берем ваш логин-пароль, мы не интегрируемся и не ставим автоматически за вас, выполняем задание. Не делаем мы этого. Мы хотели изначально сделать автопилот и работать с таким форматом, но сейчас мы эту систему не используем. Вадим, еще можно список звездных амбассадоров перечислить? Надо для работы с блогером. Ребят, я просто сейчас... Мы сейчас буквально на этой неделе закончим, мы сейчас делаем видеоролики, там, где будут лица вот этих всех ребят, которых я перечислил. И в конце недели, грубо говоря, уже там будут видеоролики, там, где есть вот эти все звездные амбассадоры, и можете уже использовать, если вам это будет легче. Ну, я понимаю, что
там лояльность сразу есть, потому что сейчас уже началась такая война, знаете, уже глотки друг другу перегрызают все, кто быстрее кого подключит, и объективно, там, мой вам совет, подключите первых троих людей, топовых сетевиков, топовых блогеров и людей, у которых есть аудитория, то есть тех людей, которые потом же сделают для вас результат. И учите всех повторять дубликацию. Значит, я могла быть спокойна, потому что разманила свой аккаунт долго и сейчас уже зарабатываю на нем отличные деньги. Ну да, можете быть спокойна. Надо ускорить работу техподдержки, люди видят косяки и уходят. Ну, Илья, от вас очень много вопросов. Техподдержка у нас работает сейчас на максимум, на 6 человек в техподдержке. Мы стараемся на все вопросы ответить. Я начинал трансляцию, там было 4500 запросов в очереди. То есть, ну, поймите нас тоже правильно, мы сейчас на предзапуске, мы сейчас на предстарте, у вас есть возможность сейчас заработать огромные деньги, у вас есть возможность пользоваться продуктом, и прошу писать свои комментарии вот конкретно по факту, если видите что-то, то, что вам не нравится, критикуешь, предлагай, то есть видите, как это можно улучшить, сразу пишите, как это можно улучшить, и мы будем максимально быстро для вас это все делать. Почему в Инстаграме видно только несколько публикаций? Смотрите, если вот еще важный момент, может быть, если у вас был закрытый профиль, вот, а вы его только недавно открыли. Это первая причина. И второе, то есть Инстайм подгружает сразу новые публикации. Вот мы с вами интегрируемся. Вот все публикации после того, как вы уже зарегистрировались в Инстайме, будете выгружать, Инстайм их все будет подгружать. Ну а так, напишите в техподдержку, так, в принципе, должны все публикации видеть, у всех видеть. Техподдержка, терпение и сил. Это 100%. У нас ребята уже там просто, я не знаю, я им скоро шоколад буду давать, чтобы просто они там некоторые такой бред пишут, что мне самому, ребят, жалко. Так, Вадим, скажите, Вадим, скажите, если я сегодня, к примеру, не заказываю себе продвижение, могу задание не выполнять? Да, можете. То есть, если вы сегодня себе лайки, комментарии, просмотры не заказываете, да, вы можете сегодня не выполнить задание. То есть, но для того, чтобы эти, ну, выполнить, то надо себе выполнить, ну, грубо говоря, для того, чтобы заказать себе эти лайки, просмотры, сохранение комментарии, нужно выполнять задание. Так, идем дальше. Хотела под сестру и по ошибке под другого. Ну, бывает. Поэтому внимательным надо очень быть. Можно аккаунт через время поменять на другой? Нет. Так, дальше. Так. Понял, спасибо, уже понял, спасибо. Все, ребят, спасибо. А теперь смотрите, если вам только что понравился вебинар, если только что реально было полезно, если только что действительно все было понятно, что к чему, почему, интересно было послушать, час, понимаете, что час 25 не потеряли зря, поставьте плюсик, пожалуйста, если норм, я просто для себя буду понимать, это норм или не норм. Жирный плюсик. Ух, ни хрена себе вы лупить начали. Обалдеть. Да ты шо, Вадик Бизнес. Короче, спасибо вам огромное, ребят. Очень ценно, очень ценю. Спасибо за обратную связь. Спасибо большое вам. Спасибо, очень приятно. Обалдеть. И вам тоже хорошего. Спасибо. Будем жить. Подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки, пишите комменты. Вадик Бизнес. Так. Спасибо, ребят. Спасибо. Обалдеть. Еще раз повторите. Кшоны оплатят тише пиди мной, еще буду бишь детально. Ага, смотрите, ребят, если человек под вами не оплатил, а вы оплачены, то вы получаете реферальное вознаграждение со всех, кто находится под вами. Но этот человек, если он не оплатил, он не получает. То есть, если человек не оплатил $58, он не получает партнерское вознаграждение от людей, которые все находятся под ним. Так, может, еще на какой-то вопрос не ответил? Продублируйте вопрос, сейчас на все отвечу. Крутой стрим, спасибо вам огромное, Вадим, вы молодец, спасибо, Вадим, Вадим, щеки большие. Я понял, щеки, буду худеть. Ой, хорошо, ребят, ну это вопрос, ну типа комментарий не в тему, но окей.
было бы best, если у нее оплаченный счетчик был, сколько он упускает. Мы сейчас делаем вот эту темпу, чтобы всем приходили уведомления, вот столько ты денег потерял, вот только что мимо тебя пролетело 8,7 долларов, оплати сервис, типа, вот такие уведомления будут. Поэтому все будет. Как возможен тренар? Я уже объяснял, как он возможен, как он устроен. Плиз, только 30 заданий в день, не больше. Да, будет 30 заданий в день. Если вы больше выполняете, то у вас больше, соответственно, будет возможность уже выйти в следующий день, там меньше получите. Как я могу видеть структуру, которая идет от вышестоящего, которая подписались после меня? Она вам будет автоматически сервисом падать в вашу структуру. То есть переливы, так называемые, они будут идти к вам. Вадим, нельзя поменять аккаунт на другой, правильно? Если вас пробный сделает, а потом на основной включит. Нет, аккаунты менять нельзя, ребят. Ну, типа, просто внимательно быть надо сначала, когда регистрируетесь. Так, идем дальше. Может, еще кто-то не успел? Я за два дня подключил троих. Мне это надо как-то подтвердить? Нет, если по лично по вашей ссылке трое подключились и оплатили, то все, мы в следующий месяц вам уже бонус подарок получаете. Так, дальше. Ой, ребят, слишком так. Сейчас. Андрей Киселев, если я не ошибаюсь. Так, Андрей Киселев, сейчас я посмотрю, кто это Андрей Киселев. Потому что от вас что-то столько негатива поступает, Андрей, если честно. Вот. Андрей Киселев, это вы. Вот, я обращаюсь к вам. Андрей, обратитесь к человеку, который вас пригласил в сервис InStime. Задайте ему все эти вопросы. Не пишите бред. Вы, если не разбираетесь в том, как работает внутренний алгоритм Инстаграма, и если вы не разбираетесь в том, как работает внутренний алгоритм программы InStime, не пишите бред, я вас очень прошу. Вань, я зараз введу прямую трансляцию, я перенаберу тебя через 10 хвилин, я зараз не могу говорить. Какое количество участников активных на данный момент в проекте и как распределяются задания среди пользователей? Задания получают все, кто зарегистрирован в проекте, и не в проекте, а в сервисе. Мы не проект, мы сервис. И какое количество участников активных на данный момент? Ну вот за вчера зарегистрировалось 5700 плюс пользователей. Я заходил в трансляцию, было 2500 пользователей в онлайн. Ну у нас практически каждый человек, который регистрируется, он активный. Неактивному тут нет смысла сделать. Если подо мной не оплатили, а под ним оплатили, 15% куда? 15% тому, кто пригласил, кто лично пригласил, по чьей ссылке. Потому что если человек уже у вас второй линии, вы с него получаете 5. То есть 15, еще раз, ребят, 15 линий, лично приглашенные 15, следующие 4, 5, потом следующие 4, 4, потом следующие 4, 3, и последние 3 линии – это 1%. Вадим, очень много инфы ценной дали. Как можно этот вебинар пересмотреть? О, да я в Инстаграме сейчас прямую трансляцию же делал, я в Инстаграм выгружу ее, сможете там зайти, пересмотреть, там сутки она будет висеть, поэтому можете ее пересылать людям своим потом. Почему нет предрегистрации до оплаты? Ну, если вам нужна предрегистрация, вы хотите посмотреть, как работает сервис, вы можете это сделать там бесплатно, попробовать. Ставите 2 лайка, себе заказываете 1, то есть, ну, таким образом, вот реальная версия. Какой канал из телеграмов, какой из каналов в телеге официальный? Там канал называется InStime. Вот, ну мы, я понял, я скоро переименуем канал и напишем official page, вот, и добавим это все в свои на сайты, чтобы люди видели. Так. У меня много аккаунтов с названием User. Если у вас аккаунты в структуре с названием User, это значит, что человек еще не написал свой логин от Инстаграма в Инстайме. То есть это значит, что человек еще не написал, не дал свои данные от Инстайма. Так, это ответил. Есть отдельный чат по техподдержке, в котором можно быстро решать вопросы. Слушайте, Илья, от вас вы самый активный задаватель вопроса. Вот вы и Андрей Киселев. Только Андрей Киселев это такой негативщик, а вы это такой чисто технаря вопросозадавальщик. Вот, нет, есть техподдержка, в которую обращайтесь, которая в порядке очереди, все равны, которые все получают свои ответы на вопросы. Если мои лично приглашенные стоят во второй линии, сколько я получу, а первая не оплатила? Если ваша первая линия не оплатила, они не получают партнерское вознаграждение. Если вы оплатили, вы получаете вне зависимости от того, где стоит человек. Если ваши лично приглашенные, и они стоят у вас во второй линии, то вы все равно получаете 15%. То есть с каждого лично приглашенного все равно 15%.
Больше вопросов нет. Все, ребят. Полтора часа, час 32 мы с вами на стриме, час 32 мы с вами на прямом эфире. Спасибо вам огромное, спасибо вам, что поверили нас, спасибо, что зарегистрировали, спасибо, что попробовали сервис на себе использовать, спасибо за то, что поддержали так, это очень ценно, потому что, ну, когда видишь поддержку людей и обратную связь, то, как они на это реагируют, это прям вдохновляет больше всего. Я вам очень сильно благодарен, дай бог вам здоровья всем, дай бог, чтобы все получалось, хороших чегов, много подписчиков, успешного продвижения, и все будет хорошо. Следите за новостями, подпишитесь все на мой инстаграм, я там постоянно буду, ну, с первых уст будете узнавать всю информацию, вот, от и до. И все будет хорошо. Поэтому все, всех обнимаю, всем хорошего вечера, пошли мы дальше работать для вас же. Все, пока-пока.